Добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с компьютерной техникой. А более конкретно понадобился внешний накопитель достаточно большого объема, как вы сейчас видите перед своими глазами, на 2 терабайта, который будет служить с внешней стороны при помощи чехла корпуса Ugreen для SSD накопителей NVMe. И в таком виде он будет использоваться. Один уже вариант данной фирмы Kioxia у меня уже есть на канале. Могли видеть, либо посмотреть. Единственное, там был SSD накопитель на 1 терабайт. И разместился он в корпусе Orica, который у вас представлен сейчас справа. Ну а корпус Ugreen, соответственно, представлен слева, в котором предстоит это разместить. В Orica, по-моему, помещается с SSD накопителем до 2 терабайт, ну а в Ugreen помещается до 4 терабайт. Заявлено, что можно туда это дело разместить. Итак, это все пришло из Китая, доставлялось не почтой России, а Казань-Экспресс. Ну и в результате пришел в достаточно хорошем состоянии упаковка. Помимо этого, еще хорошо упаковал продавец, он дополнительно еще упаковал в обычную картонную коробку. Ну и как та, так и это не претерпело изменений, как это у нас обычно делает почта России, исходя из их любимой доставки. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Итак, давайте смотреть, что из себя представляет данный накопитель. Брался он с AliExpress, как я говорил. Да, сразу же хочу сказать, что это уже вторая генерация. Первая генерация была у меня представлена на канале. В данном случае это вторая генерация. Чем отличается? Здесь повысилась скорость на записи чтения где-то на 200-300 мегабит в секунду, в отличие от предыдущего поколения. Так, стандартная их упаковка, как и бывший это бренд, сейчас это Kioxia, раньше была Toshiba. Здесь все представлено на китайском, изготовление 1 числа, то есть в январе месяце 23 года. А здесь вот все представлено, сделано в Китае, совпадают все номера, проверены до этого, как серийный, так и далее, на официальном сайте Kioxia. Ну и вот пришло вот в таком виде. Ну, здесь стандартное их обозначение. Только единственное, с китайской 172 2280. В этот корпус чехол у нас поместится. Когда рассматривали данный корпус, это все вы видели. И давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Для этого воспользуемся ножиком. Больше по упаковке ничего нету. Ну, здесь инструкция на китайском языке, как обычно продемонстрировано, какие материалы использовались. Ну, в данном случае свинец тут используется. Ну, все здесь написано на китайском. Но есть сайт, в том числе и на русском, где это все можно дело прочитать. И принцип, как нужно доставать данный SSD-накопитель, здесь продемонстрировано. Так, вот он пришел в таком виде, здесь представлен. Ну, а здесь, то есть, стандартно производство Китая, ну, а дальше раскладывается по упаковкам, в зависимости от того, какой регион поставляется данный SSD-накопитель. Поэтому ничего страшного нету, если у вас сделано в Китае, ну, делается все в Китае, ну, а поставляется уже непосредственно в тех упаковках, в каждом регионе, там, в Европу, в Китай, ну, и так далее, в Америку. И давайте воспользуемся подсказкой. Вот у нас SSD-накопитель такого вида здесь представлен. Стандартный накопитель NVMe, который мы сейчас будем устанавливать вовнутрь данного корпуса чехла. Да, сразу же предупреждаю, что скорости будут в два раза, даже не в два раза, а в несколько раз меньше, потому что корпус позволяет осуществлять запись чтения, если вы подключаете к интерфейсу USB 3.0 Gen 2 до 10 гигабит в секунду, а здесь вот можно до 20. Лучше всего использовать внутри компьютера, если вас позволяет соответствующий интерфейс. Кстати, интерфейс тут NVMe 1.3. Gen 3, 4. Есть у них другая версия, более скоростная, до 7-8 тысяч мегабит в секунду. Но это уже другая история. Это под соответствующие новые системы, материнские платы и так далее.
Так, ну и давайте сейчас установим SSD-накопитель внутрь данного чехла корпуса Ugreen и посмотрим, что из себя представляет данный SSD-накопитель, находящийся внутри данного корпуса. Так, осуществим инициализацию данного SSD-накопителя и давайте также проведем некоторые тесты стандартные с данным SSD-накопителем, но еще раз повторяю, на интерфейсе USB 3.0 Gen 1, то есть до 6 гигабит в секунду. Хотите увидеть максимальное, что может чехол, корпус Ugreen, то берете интерфейс подключения USB 3.0 Gen 2. Ну а если хотите увидеть те скорости, которые заявлены производителем данного SSD-накопителя, то установите лучше его непосредственно внутрь компьютера, если у вас есть соответствующий разъем, либо ноутбука. В моем случае можно установить внутрь MSI JF63, и эти скорости мы увидим. Но я туда уже устанавливать не буду, я только воспользуюсь внешним накопителем в виде корпуса чехла. We'll be right back.
Итак, я вам продемонстрировал SSD-накопитель Kioxia, бывший Toshiba, который был установлен в корпус чехол Ugreen и протестирован в интерфейсе подключения USB 3.0 Gen 1. Хотите увидеть максимальную скорость с этим корпусом Ugreen, то подключайте USB 3.0 Gen 2. Каждый делает свой обоснованный выбор. Я свой выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.